Меня спрашивают за этих положенцев. Это все извращение от мусоров. Короче, это в основном были мусорские ставленники. Короче, чтобы они рулили, вора убрать, а рулит положенец всякой хуйней. Ну, это извращение изначально было. Потому что как можно быть на положении вора? Можно быть так же самое. Или мусульманином, или христианином. Но никак на положении. На положении христианина, на положении мусульманина. Это же абсурд. Или ты есть вор, или ты хуй говне. А сейчас всякие лезут блогеры, хуёгеры, ну, положенцы с понтом. Для чего? Для того, чтобы себе пуха набросать немного. Я такой-сякой общался с ворами, короче, дружил с ворами, и мне доверие было. А это была такая игра тут. Короче, надо было в Могилеве устранить поляка и ручного поставить кого-нибудь. Вот и там Биря решал эти вопросы. Потом умер. Он в феврале 2009 года умер. В начале 2009 года. А положенц уже 13 лет его нету. А положенцы все есть. Ну, это абсурд же. Если ты положенец, кто-то за тебя должен отвечать, что кто-то за тебя может сказать, а нет таких. Уже 13 лет Бери умер. 14 год. А положенцы до сих пор есть. Это абсурд такое. Короче, игра дебилов. И для дебилов. Нормальные люди в это не верят. Вот такие дела.